Привет всем! Мы Дедбафф из Украины. И сегодня на нашем канале стартует новая рубрика «Пранк видео», в которой мы будем разыгрывать людей различными способами и в разных местах. В сегодняшнем пранке нам поможет вот это ведро. Мы будем пытаться облить людей, но при этом ведро будет пусто. Посмотрим на их реакции. Поехали! Ноль реакции, ноль. Ну, бывает. Что он сказал? В общем, хотел я разыграть человека, он мне перебил, говорит, где лисейский рынок. Вообще, я им показал дорогу там. Хороший разыгрыш. Смотри, плохой разыгрыш. Сейчас пойдет подача справа, но пронесло. Она сказала очень как бы нехорошее слово, которое я не могу повторить. Не надо! О боже, кошмар какой! Он сказал очень неприличное слово, я повторить его не могу, извините. Сейчас, наверное, такой трэш будет. Мне как-то стыдно, потому что у людей ноль реакции. Мне кажется, надо быстрее уходить, потому что мне очень стыдно. Розыгрыш. Вон камера. О! О! Девушка, это розыгрыш, можете помахать. Помахай, но вы меня очень напугали.